17 декабря в городской администрации города Донецка состоялось гашение очередной почтовой марки. Маркой нового стандарта стала иллюстрация малого герба города Донецк. Авторами выступили Брын Леонид Артемович и Хоробет Ефим Викторович. Рабочая рука, крепко держащая высоко поднятый молот, символизирует, что город – один из крупнейших индустриальных центров Донецкой Народной Республики. Золотая пятиконечная звезда символизирует бережливое отношение к богатствам, созданным природой и трудом народа, могущество, справедливость и веру в лучшее будущее. По словам Виктора Яценко, марка, посвященная гербу столицы нашей республики, является одним из итогов работы министерства. Донецк – это оплот всего большого и лучшего движения в бывшей уже Украине. И я верю, что вот именно эта рука с молотом сможет разбить всех наших врагов. Это символ нашей победы. Поэтому посвящаем эту марочку счастья нам и добра. Глава администрации города Донецка Игорь Мартынов, подытожив данное мероприятие, пожелал жителям города и всей Донецкой Народной Республики в целом мира и чтобы никогда больше не было войны на нашей земле. Донецк и его жители никогда не готовились к войне. Мы всегда только за мирную жизнь. И это лишний раз мы подтверждаем, проводя сегодня данное мероприятие. Поэтому я вам хочу пожелать здоровья, мира и чтобы действительно на нашей земле больше никогда не было войны. Спасибо вам большое. После официальной части произошло непосредственное гашение печати. Сергей Михайлов, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ.